Всем привет! Сегодня будет такая предновогодняя заявочка. Надеюсь, в этом году больше не будет ничего такого. Короче, там как со слов слесарей через перекрытие, отвод через перекрытие, и он уходит в стену, батареи в стенах. Надеемся, что в стену не полезем. Возьму снег выпал, возьму маленькую сварку. И поедем варить. В общем, смотрим. Сейчас покажу ее. Да, непонятно откуда. Укрылся. Придержать? Ну, конечно. Наверное, оттуда. Где ты будешь сначала? Здесь? Вот этот обварюшка. Ага. Хочешь вот, вот так прижимать? Вот, вот так вот сейчас. Ничего, возьму. Так, обвариваю. Thank you.
лес. Одни удобства. А обрежешь болгаркой, да? Да думаю, что да, сейчас я. Ничего. Да, чуть-чуть, наверное, можно подогнуть. Да, нагрей его, блядь, его вот так от стены как-то рычагом, что ли, двинуть. Да все уж остыло. И сейчас. Да не согнешь, что ли, что-нибудь отломишь. Или варить так, блядь. Сейчас, подожди, может, я ее... Если отсюда, да? Да. Вот так, типа, чем-нибудь. Вон. Во! А если трубой? Сейчас, подожди, мы. Вон, тут полдюймовки, нет. Не работает. Да это ты хуй засунул. Да вот рычаг я сейчас. Как было, так. Ладно, ну, надо, жалко, страшно.
искать. Давай, пробуй. Весь дом, да? Короче, такой вот стычок. Неказистый получился. Ничего мы не смогли погнуть. Очень тут неудобно гнуть. Ну как-то так, сейчас запустим. Я не знаю, угадали мы или не угадали. В основном там течет не это. Ну ладно, посмотрим. Где-то херачит, капает. Значит, не попали. Надо дальше. А дальше у меня газа не хватит. Блин. Вода зашла. Неужели дело было вот все-таки в этом? Ну вот так поварили, бестолковой работы сколько сделали. Дело было в сыщике. Прежде чем отрезать, он отрезал. Ему показалось, что через перекрытие течет. Ну, как бы там на перекрытие и намека не было. Там течет по стенке. Ну, в подвале, по потолку, по стене. Не с перекрытия капает, а... Не где труба выходит, а где батарея проходит по стене. Взял, отрезал. Потом начал долбить. Примерно, может быть, вот здесь. Отрезал за стыком. Ничего такого криминального не видел. Ну, я и не видел их. И где... Вот я за стыком отрезал. Труба вполне себе живая. А он на сантиметр, короче, все бы на сантиметр дальше я отрезал, было бы все гуд, но там было не продолбено, было бы дальше продолблено, вопросов нет, я бы отрезал, не варить проще дальше от угла. Короче, вот так, прежде чем срезать, надо разбить и убедиться, откуда течет, а так, вот так получается. Хорошо газа хватило. Я не рассчитывал на такую работу. Я брал на два стыка всего. Ладно, в общем, в этом году по сварке, наверное, все. Не наверное, а все. Всем с Новым годом, счастья, мирного неба. Побыстрее все бы закончилось. Миром. В общем, всем счастья, здоровья, мирного неба. Подписывайтесь на Дзен, на Рутуб, на Ютуб, на все, что хочете. Хоть там на Одноклассники, на Контакты подписывайтесь. Вдруг пригодится. В общем, всем пока.
До встречи в следующем году после каникул. Наверное. Ну, не наверное, после каникул. На каникулах, я надеюсь, ну, будем, наверное, дежурить. Может быть, что-то и будет. Но надеюсь, чтобы не было. В общем, всем пока.